Мне очень хотелось, чтобы детям вере было то, что им доступно в их возрасте, понятно и интересно. Интересно и, может быть, там даже где-то радостно, потому что для нас Великий пост – большое испытание. А для детей, я понимаю, что из-за того, что вообще не понятно, что происходит, все отключено, никакого веселья, темной одежды, темные облачения в храме. Что-то происходит, мы, конечно, им объясняем, но им по-детски нужно что-то более доступное, интересное, типа игры. Я вот придумала лесенку поста. Я взяла большой лист ватмана, разлиновала его посерединочке и внизу красками нарисовала, что такое страшное, черное такое больше, и красное, там языки пламени, телевизор туда я поставила даже с антенной. И какие-то там даже темные такие вот фигуры метались. Потом вот это вот лесенки сами. И вверху я из календаря приклеила какой-то очень красивый вид, монастырь, зелень, солнце, небо, в общем, что-то было очень красивое. У меня вот сейчас не сохранилась эта вот лесенка большая, но в прошлом году мы заказали и сдали лесенку такую вот уже поменьше такую. И вот я сделала фигурки каждого ребеночка. У меня здесь вот разложены фигурки из многих годов. Я вот смотрю, и мне даже сердце сжимается. Вот они маленькие, какие вот сначала были, и какие они потом. Там большие уже вот выросли, потому что каждые 3-4 года лесенка эта истреплется, и я рисую новую. И начинается восхождение в рай. Я их булавочками просто прикрепляла вот на крышку этого ада. И детки видели, что они вот ногами еще стоят в жарком и неприятном месте, и они сразу старались что-то сделать. Условие было такое: вы делаете добрые дела, и я вас двигаю по лесенке. То есть дело ступенечка, если там какое-то большое дело, то там может быть 2-3 ступеньки даже. Вот. Но если что-то натворит ребенок, я могла, имела право двигать обратно. Но условие было одно: касалась этой лесенки только я. И вот пост начинается, и они у меня вот начинают двигаться, там кто как вот подвигался, они побежали уже. Очень интересная лесенка для нас самих оказалась, потому что я ее так вот придумала, мне казалось, что это детям интересно, это на самом деле оказалось интересно, но она начала работать. Я увидела, как дети проводят пост, что для них важно, что для них трудно. Я следила, вот кому-то трудно, и я каждое их дело улавливала, двигала. Кто-то у меня летает, и это ему не трудно, но и я их помедленнее двигала, потому что надо как-то соблюсти, что вот все потихонечку идут так более-менее вместе. Потом я увидела, что в середине поста замедлилось все. Это и взрослый человек тоже всегда отмечает. В середине поста где-то вот даже перелом после середины, дальше усталость наступает, потому что напряжение сильное. И детям это тоже оказывается трудно, и в середине они у меня просто застывали. Но потом они видели, сколько осталось времени, мало, начинали паниковать. «Мама, дай нам скорее дела какие-то, все». Любой год все всегда у меня доходили. Естественно, они должны все дойти. Что бы ни происходило, все должны дойти. У нас была вот один год такая история, когда один ребенок сильно провинился, и так как он не раскаялся, батюшка очень строго, со свойственной ему такой твердостью поступил. Он взял этого, я не скажу, какого ребенка, он взял эту фигурку и обратно вот сюда вот прикрепил. Я думала, что как-то, всех это напугало, прикрепили. Вдруг у меня получилось так. Все дети, во-первых, все встали на молитву. Мы молились, это была молитва, такая горячая молитва была только об этом ребенке. Вот, все дети вымаливали этого ребенка перед Господом и просили, прощения, помилования и дарования каких-то сил духовных. Плакали просто, вот, заливались слезами. Девочки вообще трогательные
всегда человечки, они очень переживают за всех. А потом они у меня все замерли на своих ступеньках. Они делали дела с утра до ночи. Естественно, и этот ребеночек тоже старался очень сильно, чтобы успеть вот отсюда обратно вот добраться. Оставалось там буквально недели две до Пасхи вообще. Вот. Но они все замерли, стали делать очень много добрых дел каких-то и отдавать свои ступеньки этому ребенку. Я ничего не говорила вообще. Абсолютно. Это была их инициатива. И он у меня прям буквально вот был вымолен и шел. Ну, я, конечно, там старалась и сама тоже его двигать. И я подумала, насколько это полезно был вот такой вот случай в нашей семье. Он мне глаза открыл вообще, что такое семья, как это важно, когда не ты впереди, а когда все идут как надо и куда надо. Мы все вот единым фронтом работали на этого человечка. И они у меня так вот потихоньку тогда дошли, и дошел этот ребенок, который провинился. И когда они не видели, эти старенькие такие вот фигурки, они уже пообтрепятся, порвутся. И я брала фигурку ребенка и делала новую. Новую уже в раю, которая вот с такими вот ручками поднятыми. И я вот помню, как у меня девочка, одна из самых маленьких вот девочка, она в пижамке вскочила перед ночной службой, вскочила и подбежала посмотреть, как там дела на этой лесенке. Они все стояли уже в раю. Вот. И я думаю, сейчас она скажет, вот я в раю, какое счастье, все. А она так сложила ручки и сказала, Господи, благодарю Тебя, что вот он в раю. Она даже, ну, может, она себя заметила, может, даже не заметила. Я видела счастье, какое у нее на личике, и подумала, вот это да. Я это придумала просто игру, а Господь это все использует необыкновенно, совершенно, вот необыкновенно использовала эту лесенку, и мы ее очень полюбили.